весь мире цель, других всех целей выше. Благую весть блуждающим нести, как много тех, кто так и не услышит о том, что Бог желает всех спасти. Как много тех, кто так и не услышит о том, что Бог желает всех спасти. Иди к тому, кто горько-горько плачет, иди к тому, кто без забот живет. Коль Бог тебя глашатаем назначил, не умолкай, ведь впереди отчет. Коль Бог тебя глашатаем назначил, не умолкай, ведь впереди отчет. Провозглашай великий подвиг крестный, предупреждай о том, что близок суд. О, как богаты те, кто в край небесный, спасенных душем чужены несут. Спасенных душем чужины несут. Проповедь Евангелия погибающим грешникам – самое великое дело под солнцем, ради которого приходил на землю Сын Божий. Сегодня эту ответственную работу Он доверил нам, Его последователям. «Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам». К этому служению призван каждый христианин, брат или сестра, опытный или неопытный, имеющий какие-то особые дарования или не видящий в себе таковых. Некоторые братья, стоящие у истоков организации миссионерского служения в братстве, уже закончили свой труд. Господь позвал их к себе. Время же нашей жизни продолжается. Расширяются поля служения, появляются новые нужды. Многие труженики ожидают помощи. Семьи, продолжительное время совершающие миссионерское служение в трудных, суровых условиях, нуждаются в замене. Вызывает беспокойство угасание духа благовестия в церквах, в сердцах молодого поколения. Устройство быта, личное благополучие становятся приоритетными. А служение благовестника связано со многими трудностями и лишениями. Это опасные для жизни поездки, ночные беседы с недоброжелательно настроенными людьми, разбитые окна и много такого,
о чем не всегда и не всем расскажешь. Но тех, кто трудится, благословляет Бог. Их ждет награда. Кто испытал радость жертвенной отдачи, тот не будет беречь себя для этой временной жизни. Таким Господь обещал неувидаемый венец славы. А эта награда дороже всех земных ценностей. Так пусть же на темном горизонте погибающего мира появится, если не пылающий костер твоего свидетельства, то хотя бы горящая свеча. Свеча, зовущая заблудившихся путников в дорогу к небу, в дорогу ко Христу. Субтитры сделал DimaTorzok.
Молодым капитаном веры, направляющим в небо путь, я желаю веры без меры, и чтоб мужеством крепла грудь. Я желаю веры без меры, и чтоб мужеством крепла грудь. Будут ветры гонений, и затишье, как мель и обман, и подводные камни сомнений, и неверья гнетущий туман, и подводные камни сомнений, и неверья гнетущий туман. Стихию смирять через самые мрачные тучи, будет солнце победы сиять. И при виде широкого моря, человеческих слез и скорбей, не покиньте томящихся в горе, позабывших о Боге людей. Не покиньте томящихся в горе, позабывших о Боге людей. Я должен.
Ярким примером для всех благовестников служит верный свидетель Иисуса Христа, неутомимый проповедник Евангелия среди язычников, апостол Павел. Он в долгу был у скифов и варваров, в благовестии видел свой долг, и, о чудо, евангельским заревом запылал, пробудившись восток. Когда час последний настал, он осознанно без колебания жизнь свою, не торгуясь, отдал. Антиохия, Листра и Дербия, Фессалоника, Тарс и Эфес, благовестника встретили тернии, но сердца возрождались о крест. Верил он в небесах воздаяние, когда час последний настал, он осознанно без колебания жизнь свою, не торгуясь, отдал. Смотрел он с лицом озабоченным, звали вновь его в путь города. Было трудно, но стать у обочины не позволил себе. Когда час последний настал, он осознанно без колебания жизнь свою, не торгуясь, отдал. Под ударами в злобном презрении шел к погибшим Христа ученик, и в своем бескорыстном служении повторял: я великий должник. Верил он в небесах воздаяние, и когда час последний настал, он осознанно без колебания жизнь свою, не торгуясь, отдал.
ноги в тепле у камина, когда все хорошо и ни в чем не имеешь нужды, когда льется вокруг нежный запах от веток жасмина, когда ранней весной расцветают поля и сады. Жить легко на земле, когда жизнь как вода у колодца и свежа и тиха, предваряя багряный закат, и когда ты в лучах восходящего раннего солнца, по утрам снова слышишь, как птицы на ветках звенят. Масло, иди.
Когда километраж идет на сотни, в глазах туман сплошною пеленой. Ни отдыха, ни сна, все сопки, сопки, а впереди лишь зимник тундровой. Когда от дома в паре километров сугроб грозит могилой ледяной, надежды все развеивают ветры. Брат, утешайся мыслью одной, под колесом не мерзлая земля, а Бога всемогущего рука. Когда удары ледяных пощечин летят в лицо, швыряет катер шквал, и кажется порой, что труд твой тщетен, а ты давно уж дома не бывал. Когда сорвется якорь, руль откажет, а звуки сос уйдут во мрак густой, уже никто дорогу не покажет. Брат,
утешайся мыслью одной. Над головой не просто синева, а Бога всемогущего рука. Когда избиты в кровь и стерты ноги, плоть взбунтовалась, отдыха прося, а впереди забытые поселки, аулы, кишлаки или хутора. Когда в час поздний дверь не открывают, а днем дождливым, стоя под листвой, ты думаешь, что хуже не бывает. Брат, утешайся мыслью одной, что спутница в дороге не тоска, а Бога всемогущего рука. Служение любящих, служение искренних,
проявится не только на словах. Кто Иисусу служит, тот поистине для ближнего евангельский слуга. Вы – свет мира. Не может укрыться город, стоящий наверху горы. Иисус, обреченных не нет, пусть ждет благовестие на ней. Иисус, обреченных не нет.
борись судьбою, твердил мне солнце яркий луч. Не унывай, Господь с тобою, не жава ранок белый стуч. Не говори, что нет спасенья, что ты в печалях изнемог. Чем ночь темней, тем ярче звезды, чем глубже скорбь, тем ближе Бог. Не унывай, вперед смелее, мне повторял, смеясь поток. Не унывай, будь веселее, твердил восторженно цветок. Не говори, что нет спасенья, что ты в печалях изнемог. Чем ночь темней, тем ярче звезды, чем глубже скорбь, тем ближе Бог. Не унывай, мне утро мая вещало свежестью своей, и вся природа, воскресая, будила жизнь в душе моей. Встречаю я с благодарением и солнца луч, и светлый май, и говор струй, и пташек пенье, твердивших мне не унывай. Не говори, что нет спасенья, что ты в печалях изнемог. Чем ночь темней, тем ярче звезды, чем глубже скорбь, тем ближе Бог. Встретишь ты, а горы, а...
Если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода. Одному Богу известно, сколько драгоценных зерен пало на полях благовестия, чтобы принести плоды для Царства Божьего. Мне кажется, остановилось время, жизнь замерла и замерла земля. Безликой смерти тягостное бремя осиротило вас, мои друзья. Больше папа вам навстречу, усталым не вернется он домой, и станет очень долгим каждый вечер, когда вы соберетесь всей семьей, когда
быть всей семьей. Он не прижмет вас нежною рукою, не приласкает и не пожурит. Ваш папа часто жертвовал собою, чтоб для других путь в небо был открыт. Сегодня скорбь согнула ваши плечи, и в горле ком и слезы на глазах. И кажется, такой далекой встречу в небесах с любимым папой, с мужем в небесах. Здесь на земле сегодня власть разлуки, здесь царство смерти, царство зла и слез. Но претерпевший до конца все муки войдет в тот край, где нет ни бурь, ни гроз. Я понимаю, жалко утешение, которым утешает человек. Храните в небе застремление, где не разлучит вас никто вовек, где не разлучит вас никто вовек. Если только устал,
позволишь ему в искушениях сомкнуть. Когда был молод, полон сил, прекрасною весною, в семье родной счастливо жил, но увлечен мечтою, о доброте отца забыл и к правде стал спиною, растратил юность, расточил на то, что ничего не стоит. Юность, золотое жизни время, если б оценил тогда. Подснежник на лугу увял, прекрасным детство было, цвет юности, увы, опал. Сирень в саду уныла, к чему стремился, что собрал. Ссор дождями смыло, и лист последний задрожал. Какое время упустил я. Господь решил иначе, в душе расцвел весенний сад, и сердце тихо плачет, пусть осень стынет на дворе, как символ увядания, духовной радуясь весне. К посеву приложу старанье. Thank you.
снова путь, нелегкие дороги, и предстоит великий труд свершать. Что ждут тебя опасности и тревоги, нетрудно наперед предугадать. Пусть не страшат суровые морозы, тебя на этом истинном пути через ураган и снежные заносы ты призван Слово Божие нести. Ураган гонений иль горький яд невежества толпы. Ведь враг не спит, когда в его владеньях Бог воздвигает правды маяки. Свой родной очаг, за эту жертву Господу живую воздаст тебе Он здесь и в небесах. Пусть не страшат суровые морозы тебя на этом истинном пути через ураганы, снежные заносы, ты призван Слово.